Городской округ присоединился к федеральному проекту «Профессионалитет». Участником образовательной программы стал техникум имени Гагарина. Там состоялся день открытых дверей для школьников средних классов. Подробнее расскажет наш корреспондент. В Люберецком техникуме имени Гагарина сегодня не только студенты и преподаватели, но и школьники со всего городского округа. В единый день открытых дверей учебное заведение принимает потенциальных абитуриентов. Эта встреча – одна из составляющих федерального проекта «Профессионалитет». Программа по подготовке квалифицированных кадров инициирована президентом России. Федеральный проект нацелен на то, чтобы была активная связь между учреждениями СПО и их социальными партнерами. Нашими социальными партнерами являются такие крупные предприятия городского округа Люберцы, как «Звезда», «Вертолеты России», «Миль Камов», но также и многие другие. Да, основная цель, чтобы студенты во время обучения в техникуме познакомились также во время стажировок и практик с технологиями и оборудованием предприятий непосредственно. Для своих гостей представители техникума подготовили площадки с мастер-классами. В роли кураторов студенты третьих и четвертых курсов. Они показали школьникам мастерские, которые созданы на средства федерального гранта. Я узнала, как устроены изнутри самолеты, каким оборудованием измеряют землю, откуда берут данные для навигатора. Наш мастер-класс был достаточно интересным. Школьников распределили по 6 направлениям. Каждой команде дали различные задания. К примеру, собрать из конструктора вертолет или спаять микросхему. Самых активных участников ждали поощрительные призы. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.